В эти минуты в Иркутском областном суде слушается дело об изменении меры пресечения для Юлии Киселевой, виновницы ДТП на улице Байкальской, в результате которого погибли два человека. В здании суда сейчас находится наша съемочная группа. На связи со студией Артур Харламов. Артур, тебе слово. Екатерина, еще раз добрый день. Сейчас я нахожусь в здании областного суда. Именно этот суд будет рассматривать апелляцию адвокатов Юлии Киселевой об изменении меры пресечения на время следствия. Давайте я покажу вам, где проходит судебное заседание. Оно проходит в этом зале, но, к сожалению, дальше СМИ не пускают. Заседание проходит в закрытом режиме. Вот. А известно лишь то, что самой Юлии Киселевой здесь нет, она находится на видеосвязи из СИЗО, здесь присутствуют лишь ее адвокаты, судья и государственное обвинение. Адвокаты апеллируют тем, что сейчас у Юлии Киселевой плохое самочувствие, ей необходима реабилитация, восстановление, поэтому у нее нет возможности находиться в СИЗО. Также у нее есть маленький ребенок. Сейчас еще продолжается слушание, окончательного вердикта судья еще не вынес. На данную минуту у меня вся информация. Артур, спасибо за информацию. Я напомню, что на связи со студией был наш корреспондент Артур Харламов.